Французские школьники узнали в малолетнем палаче исламского государства своего одноклассника. В интересах следствия его имя не разглашается. Шокирующую видеозапись, на которой мальчик лет 12 стреляет в лоб стоящему на коленях заложнику, террористы распространили в начале этой недели. Ученики 6 класса районной школы в Тулузе утверждают, что лицо с экрана им хорошо знакомо. Они несколько лет провели в одном классе с этим ребенком, прежде чем он исчез. По словам учителей, дети были в таком потрясении, что многим пришлось оказывать психологическую помощь.